Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Умалик, и мы продолжаем с вами серию видео на тему коронавирус арабского языка. Не забывайте подписываться, делиться и быть в здравии, заботиться о своем здоровье. Первое слово, с которым я хотела бы сегодня вас познакомить, это слово, которое знает уже даже моя 2-летняя дочка. Она называет это мавка, но это маска, как вы видите, маска. Сейчас есть большое разнообразие масок, цветов, размеров, фасонов и тому подобное. То есть есть разные маски, разные. Но нас интересует это название, как оно звучит на арабском языке. На арабском языке это будет кимама. Кимама, то есть маска. Ну, независимо. Конечно, мы можем еще добавлять какие-то характеристики, сифаты дополнительно, да, но пока мы ограничимся этим словом. И не забывайте, конечно, носить маску в общественных местах, особенно там, где большое скопление народу. Как вы знаете, возможно, не все, и если не знаете, то сообщу. Вот в прошлом месяце и в начале этого, как бы такой период, я переболела коронавирусом. Все думаю, что как-то, иншаллах, мне это должно было обойти, но все-таки получилось так, да, что по воле Аллаха Субхана Тааля вся наша семья болела этим коронавирусом. При этом везде призывают соблюдать социальную дистанцию. Кто-то говорит про 1 метр, кто-то 1.5, кто-то 2 метра. Да, чем дальше, тем лучше, хотя, конечно же, эту дистанцию очень непросто соблюдать. По-арабски, как это будет? Аль-ибааду аль-иджтимаи. Аль-ибаад — это, да, слово «баид», как бы далеко. Аль-ибаад — вот эта дистанция. Аль-иджтимаи — то есть социальная. Социальная дистанция, да, у нас по-арабски у нас метр будет метр, да, то есть метр. При этом у многих таких болезней, да, есть инкубационный период. И этот инкубационный период бывает раз. В том числе в этой болезни говорят про разные вот эти сроки инкубационного периода. Поэтому даже если человек или, например, несколько человек заразились в один и тот же период, проявиться это может по-разному. Как же будет инкубационный период? Период по-арабски — это фатра, фатратуль хадана. Инкубационный период. Это будет на арабском языке. Как будет без симптомов? Да? То есть этот период, по сути, инкубационный, он, как правило, проходит без симптомов. Как будет на арабском языке? Без видимых симптомов. Бидун арадин вахира. Бидун, то есть без арад, это симптомы, вагира, видимые, да, те, которые проявляются. Бидун арадин вагира, без видимых симптомов. Еще раз хотела бы напомнить вам слова, которые сегодня, да, просто слова, иншалла, вы повторите. Маска, кимама, кимама. Социальная дистанция. Аль-ибааду аль-иджтимаи. Аль-ибааду аль-иджтимаи. Инкубационный период. Фатрату аль-хадана. Фатрату аль-хадана. Без видимых симптомов. Бидун арадин вахира. Бидун арадин вахира. Таким образом, мы с вами сегодня завершим нашу встречу онлайн.
Благодарю всех, кто был со мной. Джазакум Аллаху хайран. Подписывайтесь, делитесь и будьте здоровы. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.